Будничное утро. Полупустые дачные поселки в районе Верхней Березовки. Лишь иногда группе удается застать хозяев дома. Агентство лесного хозяйства Среднерусской православной церкви довести до людей, что нельзя разводить костры в лесах, мусорить. Ну и также ваша обязанность доложить в случае возгорания по телефону. По словам лесников, они постоянно проводят подобные выезды, ведь львиная доля пожаров происходит по вине человека. Вот только жители не всегда идут на контакт. Здравствуйте, можно? Пожарная. Ничего, выходите. Приезд в любом случае успешный, потому что если мы хотя бы одному человеку вот эти буклеты наши, да, вручили, наши плакаты с номерами экстренных служб, куда он может обратиться в случае, не дай бог, возникновения лесного пожара, что-то где-то хотя бы одного человека в памяти отложилось, это уже большой успех. Правда, среди жителей ДНТ оказались и вполне доброжелательно настроенные люди. Они полностью поддерживают добрые начинания спасателей. Более того, садоводы уверены, возгорание возле дачных поселков – дело рук отдыхающих. У нас здесь публика такая, как скажу вам сказать, очень ответственна к этим вопросам. Во-первых, очень редко приезжают сами. Постоянно тут проживают, можно просто по пальцам пересчитать. В основном приезжие. Вот знаете, вот устраивают такие пикнички, шашлыки, все, начинаешь говорить, все это в штыки. Вот, это, уже и так по-хорошему, осторожненько, залейте, хорошо. Мы живем здесь на земле, и после нас будут еще дети и внуки. Хотелось бы, чтобы эти дети и внуки вот ту самую первозданную прекрасную природу видели вживую, а не только на картинках. И поэтому наш долг, вот, жителей теперешнего времени, вот, сохранять для наших детей, наших внуков вот всю эту первозданную прекрасную природу. Сегодня в Бурятии продолжают гореть леса. 576 гектаров охвачено огнем в 9 районах республики. И пока в нашем регионе стоит сухая и ветреная погода, у лесников работы не убавится. Баир Цыдыпов, Вячеслав Батоев, Первая альтернативная.